Всем привет, дорогие друзья, вы на канале «Смотри, учись», с вами Миша Егор. Сегодня будем смотреть за Магнусом, тут, как обычно, классика жанра, заруба 5 на 5. Ну, Магнус прокачал первый скилл, в принципе, тут что-то такая вся заруба получилась. Тяжело здесь что-то противопоставить их героям и оппонентов. Позиция была намного круче, поэтому особо тут ничего не сделал. Ну, ладно, ассистик, залутал хотя бы. Главное, что не умер. Не так уж и плохо. Ну и пошел обратно на линию. Магнус сейчас супер метовой игрой. Его пикают на кор роли, на мид, на керри, на фейн. Постоянно. Очень сильный герой из-за того, что персонаж сделали универсалом. И все, благодаря этому просто у Магнуса там на 10-й, ну ладно, на 15-й минуте 500 дэмэджа, 3000 здоровья. Фармит очень быстро за счет эмпауэра. В общем, герой прям супер сильный. Его все сейчас пикают на про-сцене, в пабликах. Пикрейт просто огромный, так что вот сейчас самый лучший момент, чтобы научиться играть на Магнусе. Вот, ну и, собственно, нашли каточку. Этот игрок спамит Магнуса, и будет очень интересный билд. Не как обычно, а через гарпун. Как, собственно, все и делают. Тут будет немного другой билд, и вот мы хотим именно на такой вот интересный билд посмотреть. Потому что мы стараемся записывать что-то нестандартное постоянно. Вот, ну и, собственно, здесь как раз-таки и будет нестандартный билд, и причем этот игрок, он постоянно вот таким вот нестандартным билдом и играет. Очень агрессивно стартанул на первой пачке, наказал Абадона за то, что Абадон без четверки стартанул. Вот, там Течис в боте помогал, судя по всему. И за этим Магнус воспользовался, очень жестко задавил. Это довольно-таки важный момент. Вот, ну и, собственно, не забывайте писать любые комментарии, ставить лайки, мы все читаем, комментарии очень сильно продвигают наш канал, вот, поэтому будет очень приятно, если не поленитесь. Ну и, собственно, учимся играть на 7.33 Магнусе, но после небольшой паузы. У CSGO Run есть для вас отличная сделка. Получи $30 за регистрацию без депозита по нашему промокоду. Тут же можно играть в различные режимы по типу дабл, PvP или же краш. Берете скин, выбираете нужный коэффициент и ждете, пока микрочелик добежит марафон. Если он добежит до вашего коэффициента, поздравляю, вы победили. Вывести можно не только скинами из игр, но и реальной валютой. Переходите по нашей ссылке в закрепленном комментарии, используйте наш промокод и получайте клевый бонус. Удачи! Всем привет, действительно огромное спасибо тем, кто ставит лайки, кто комменты пишет. Мы часть показов своих уже отбили благодаря вашей активности. Очень-очень помогает. Он стартнул без топора. Очень интересно выглядит, но плюха, опять же, уже под 70. Уже от 71, как только Резбен подвез. Магнус Универсал огромный бонус атрибутов получает. Просто купил несколько веток. Бегаешь, 1000 здоровья. 70 урона. И потом вот этот белый дэмэдж дополнительно перемножается своим пауэром. Очень интересно выглядит, правда, по-моему, винрейт Магнуса в патче 50% так и не достиг. И не совсем понятно, а действительно ли он силен? Просто из-за того, что берут слишком часто, берут игроки неопытные, а Магнус таки герой очень сложный, очень капризный. Либо герой просто переоценен. Поэтому особенно интересно глянуть, посмотреть на его силы, тем более Свен и Магнус, герои чуть-чуть похожи. Оба полагаются на глиф, оба быстро фармят, оба перемножают белый дэмэдж, путажейсер. Игру заканчивать порой очень тяжело на Магнусе. Вот, ну а так, герой 100% сильно, ведь линию хорошо стоит. Это, кстати, перетянулся Баунти Хантера, благодаря этому двоих аж получилось убить, один фраг Магнусу достался. Вот, герой линии очень хорошо стоит за счет того, что у него есть первый скилл эскивер. То есть он зачастую может по тавру вести, особенно если на керри играет Магнус, то там зачастую линия пушится на них. Соответственно, гораздо проще увести по тавру и сделать килл. Вот, ну и фармит слишком быстро герои. Прям у тебя эмпауэр просто, когда в 4... становится, ты уходишь в лес. Сейчас многие еще покупают момчик на Магнусе. То есть ты берешь мом, потом ты его разбираешь на сабельку. Вот, и Морбит Маска просто остается, чтобы от крипов не проседать. Потому что вот на оффлейне есть вангуард, благодаря которому ты от крипов не проседаешь. А вот на керри ты от крипов проседаешь. Поэтому нужно, ну, как мне кажется, 100% брать момчик и в будущем просто его разбирать. Кажется, это здравый подход. Иначе просто и анши тебя пробивают,
Ну и просто как-то хп куда-то уходит рано или поздно, очень быстро. Причем Магнус с войны этим тоже похоже. Редкие хиты героя, которые не могут без потери хп сами лес фармить. Ну да. Ну, Магнус сейчас топ-1 место, потому насколько быстро качается, как мне кажется. Он быстрее всех должен фармить сейчас патча. Даже быстрее у химика в теории. Потому что реально герой очень рано может начать аншей фармить. Ну и с эмпауром, с ПТшкой на ловкость. Очень атак спид большой. Играет против Тетчиса. Против Тетчиса есть фишка на Магнусе. Первым скиллом можно ему бластов отменять. Главное во время вот этого прыжка Тетчиса среагировать. Нажать первый. Ну и, кстати, скивером тоже можно отменить спокойно, если скивер нажать в момент того, когда Тетчис летит. На реакции чисто. Хб наконец-таки появился самом. Что? Ага. Ну, линия непростой стала в момент, когда она запушилась. Когда пачка на Магнуса гораздо проще ланить, а так прям даже крипам не дает подойти сразу. Душат. Еще два деная от Абадона, как это противно. Меня немножко удивляет отсутствие брейсера, потому что Абадон опять же не самый сильный лейнер. Чуть-чуть уплотняешься, и он сам себя боится. Он сейчас пошел в размен. И все-таки хватило. Даже без брейсера. Выживает даже после бочки. Простите еще. Это еще и даблкил для Магнуса. И сейчас будет 6-я минута, ему могут подобрать лотус. Баунти Хантер подобрал, но. Не стал Магнуса давать, мне кажется, надо было Магнусу дать. Это он по хпшке все-таки просел. Ну и он, собственно, Морбит маску себе купил, потому что по хп просел. Надо хоть как-то регениться. Момчик квикбай. Ну, в принципе, стандарт. Пока что. Многие закупаются через 2 40-клетки и 3 ветки на Магнусе с танго. Здесь же, по-моему, закуп был через тик. Поэтому вот он. Рейсбендик себя только загрейдил. Топор сейчас, да, действительно, перестали покупать, потому что, ну... Из-за того, что ты персонаж универсал, ты просто берешь 40-клетки, и у тебя 40-клеток... Ну, 2 циркельки дают 4 дэмэджа. Ой, подожди, 8 дэмэджа. Вот, и циркельку можно еще и загрейдить в брейсер. Некоторые покупают и брейсер, и рейсбенд. Грейдят обе циркельки. Опа, увез по тауэр. Есть, кстати, ультимейт, не пожалел. Сразу скинул и, видимо, выселят. Там щит... О, серьезно, стики нажал на Абадоне благодаря этому. Видимо, выживет, да? Хотя там Тимбер. Да, хватило дэмэджа. Найс. Может, еще и Тимбера накажут? Лассо. Не, такое. А. Не, нормально. Третья смерть для Тимбера. Мид против Батрайдера. Играть вообще невозможно. И 8 кд на старте у Магнуса. Ну, неплохо. Он прям очень активно играл. Очень агрессивно. А это постоянно колял. Насчет Батрайдера, да, вот. Им... Это самый жесткий контрпик Тимбера, Бэтик, как по мне. Вообще невыносимо против него играть. Он настакивает на паум, все, у тебя герой вообще не может ни одной кнопки нажать. Скорость поворота очень медленная. Прям мега противно играть против Бэтика. Так что неудивительно, что он его так на Батрайдере вынес жестко. Все, мамочек есть. И фейкбай, как видите, Яша. Вот по стандарту сейчас бы просто, наверное, покупали сабельку. Разбирали мом. Ну и, как я уже и говорил, Морбит маску оставляли, чтобы просто накач. Однако нет. Будет Яша. Вот, кстати, вот я не уверен, но не выгоднее ли
манту на Магнусе покупать с ультимейтер по 10 к атрибутам все-таки дает. А Яша. На скорость атаки как-никак. Скорость атаки очень много от Яши. Атрибутов в 2 раза меньше, зато скорость атаки больше в 3 раза. Но вроде бы мы видели от кого-то, что с ультимейтер баба покупал здесь манта. На каком-то герое, который скорость атаки не зависит. Не вспомню на каком. Нет. Да, тоже такое ощущение, что где-то видел, что берут ультимейт орб сначала. Смотрите на реплеях, так странно выглядят. Чем-то белым сияет. Не пожалел РПшку. Тимбер вообще РПшку не жалеет. Очень круто это выглядит. Ну, а он все равно сейчас лес пойдет скоро качать. В лесу уж явно ему РПшка не понадобится. И, кстати, уже начал качать плюсики. Тоже, в принципе, дефолт. Первый скилл в один абсолютно всегда. Третий скилл можно подмаксить. Вот интересно, какой он на 15-м талант возьмет. Вот как по мне, талант на атрибуты полная шляпа. Вот я не знаю, я поиграл. Ты РП даешь раз в 120 секунд. Не факт, что ты нажмешь в несколько героев. Вот талант на перезарядку скивера. Ну, прям мега кайфовый ты постоянно там. Между спотами быстренько бегаешь, качаешь. На гарпуне можешь часто очень увозить врагов. Ну, блин, к нам тоже нажать увести кого-нибудь. Чё, мне кажется, что талант на атрибут это руин. На 15-м. Плюс еще. А ну ладно, это не очень важно. Хотел еще сказать, что РП в двоечку не берут. Потому что эффективность скиллпоинта неинтересна в РПшке. Там всего лишь 0,5 секунд оглушения. Кулдаун такой же, монопул повышается, то есть РП в 2 смысла нет брать. Интересная заруба. А Абаддон не нажрется сейчас? Вот если бы тычку не дал на Магнусе, мне кажется, он на мувспиде мог пойти вперед. Первый, третий, возможно, убить. Хотя скивер в 1. Не совсем понятно. Опа, а тут его проловили. Кажись, придется умереть. Шанса на ТП аут против Свена нет. Очень а крутое нападение Свене. От противников. Он еще специально стан не давал на Свене. Вообще шансов не было у Магнуса. Стан в 4, кстати, у Свена. Раньше так часто видели, как Варкрай Макс, а сейчас уже далеко не первый Свен. С Макшином первым. Еще по поводу Савли мне озвучивали, что маны не хватает на Магнусе зачастую. Но когда он качает плюсики вместо первого, третьего, и когда у него в команде ЦМ-ка, по идее, даже без сапли будет нормально. Ну, вообще, да. Самый кайф сабли, конечно, в том, что ты его в гарпун можешь закредить. А гарпун — это прям шикарный предмет на Магнусе, потому что нажимаешь гарпун, и сразу же можешь на скивере увести. Там даже... Особого скилла не надо, чтобы эту комбу провернуть. Очень-очень просто все делается. Вот единственный минус. Вот я на стриме у Ятора видел, что надо сделать, чтобы гарпун 50 дэмэджа наносил. Потому что очень странно выглядит, когда ты гарпун нажимаешь, и ну, от тебя просто даггераут делают. Это реально бесит. В ближайшее время гарпун вряд ли будет апать, по моим ощущениям. Вроде бы даже ждал, что его нерфанут. Но было бы идеально, если бы добавили, ну, забирали ману за использование гарпуна, и чтобы он наносил дэмэдж, чтобы блинки забивались. А как тебе идея не 50 дэмэджа, а 75, чтобы это можно было капелькой задоджить? Ну, или так. Это не контрящийся гарпун, это перебор. Какой же хороший файт. Забрали 4 героя под треками, что немаловажно.
И посмотри на их командное преимущество после этой драки. Из плюсов для Radiant. Свен это время качался, из минусов для Radiant. Магнус, пришедший файт, получил килл и сейчас поломает вышку. Мотостоял дает огромное количество атрибутов для Dispel. Мотостоял на Магнусе сейчас очень часто можно увидеть. Ну и иллюзия у Магнуса, в принципе, боевые, белого урона много. Сейчас прям у всех универсалов иллюзии очень сильные. Так что в манте есть какой-то свой кайфарик. Реально есть желание покупать манту. Не на любом универсале. На Виверне, по ощущениям, прям отвратительные иллюзии. На Тэчисе тоже, потому что не скорость атаки. Как бы ни старались, не получат. Ну, это-то понятно. А хотя у Магнуса какой прирост ловкости? Двойка. Ты учитываешь, что всем универсалам абсолютно уродовали атрибута, двойка выглядит очень жутко. Ну вот у него сильные иллюзии. РП в 2 взял. Ну ладно. Пустим этот момент. Даже без РП убьется потом, хотя... Вот, кстати... Из-за того, что... Скивер у него в единичку. Да, он и выжил. Но зато Тимбера убили. Анонимная Марси, какой же это ужас. Просто все под сайленсом. Виномансер прям очень противный. По ультракил, что ли? Ой, не попал с кивером. Мы с тобой суждали мету Виномансера? А спустя месяц патча. Тебе надоело мету Виномансера? Мне просто однозначно. Я уже не могу этого жалко, героя видеть. Жалко, что это чисто сапик. Кстати, да. Одного курового Виномансера я видел, который был полезен, и то в нашем видосе. Который скорее исключение. Ну да. О чем мы твердили все 50 минут той игры. Очень редко можно пикнуть на тройку, но так себе что-то по сравнению с другими оффлейнерами. Ну, кстати, играть на нем приятно на Виномансере. Если роль не уступили, Виномансера пика. На 5, на 4. Геймплей вообще не сложный. Взял себе вамбрейс дает атрибуты. Вамбрейс ловкость дает скорости атаки очень много. Приятная нейтралка, в принципе. Там все-таки взял на атрибуты себе за РП, но не знаю, я вообще не принимаю таких Магнусов. Мне кажется, что это так себе. Тем более он без блинка играет. Подожди, у него 5000 голды. Пора бы их потратить, наверное. Тоже думаю. На РП реально сложно нажать. Даже там в двух это прям нелегкая задача. И это всего лишь раз в 120 секунд. А, ну вот ладно. Сейчас хотя бы блин взял. Сейчас шансов будет чуть побольше. РПшку хотя бы в двоих бахнуть. А вот когда у тебя скивер замакшенный, есть талант на скивер, ты прям очень быстро между спотами передвигаешься. Особенно если ты в тройке сидишь. Вот между аншентами ты прям очень быстро передвигаешься. Сатаник очень любит на Магнусе. Очень часто наблюдаю закуп просто гарпун сатаник. Но Магнус универсал, на нем сатаник стал хуже, чем на Магнусе силовике. По сути, сейчас Магнус на универсалах дает столько же, сколько в прошлом патче он давал на лавкачах или на индивиках. РП бейк. Сначала абьюз, потом РП, что такая же красотища.
Хорош. Тимбер Макшина. Ой, РПшку в двойку. Не пережил. Ну-да, ну ладно, тут сработал талант. На атрибуты выиграл. 25 дэмэджа. Плюс-минус. Он получил. Нефиг бы искать. Дальше атрибута. Как же возит хорошо, даже без группуна. Там проблем с этим нету. Ой. Сломали все эти дубочки, но Свен очень больно делает. Свены затормозили все-таки. Что Трейдер, что везет? Нет, Трейдер погибнет в размене на минера. Без он такими голодными задавили. Глазами смотрит на этого Абадона. Ну на, все-таки ульта КД, хочется Абадончика резать. Под вампиризмом от Марси захилился очень быстро. До хола. Блин, манта вообще офигенно зашла в этой игре. Тут же реально миллион кнопок можно диспелить у оппонентов. И, кстати, вторым этом я себе взял линку. Линка тоже офигенно на универсалах, то, что дает атрибуты. И в этот пик... Ну, кстати, в этот пик линка такси, наверное. Только стан Свена. БКБ, наверное, покруче, не? БКБшка круче, однозначно. Мне кажется, даже но... диспел был бы круче просто. Сатаник или дисперсер опционально, но сатаник, наверное, круче. Манна-реген хотя бы даст линка. И теперь точно с маной проблем не будет. А там что-то иногда проседать начал, как будто. Даже под сэмкой. А сейчас тебя Башер не интригует больше, чем Скади? Не, Башер вообще не нравится на Магнусе. Просто он будет играть с огромным количеством скорости атаки. Я знаю один конкретный айтем, который будет из момы собран. Сильвера мне нравится. Ну, это дефолт, по сути. Сильвер покупает вот таким третьим, четвертым сотом обычно на Магнусе. И тут еще и есть против кого этот Сильвер использовать. Сильвер выключает ульту Абадону. Сильвер пассивку Тимберу отключает. Ну, не дает набивать стаки. И просто для дэмэджа, для позиции Сильвер очень крутой предмет на Магнусе. Мне больше всего Сильвер нравится. Барда, кстати, на Абадоне намечается. Жалко, еще Совар никто не купил. От Магнуса вот Совар. Это очень крутая шмотка. Потому что, ну, у героя, видите, 500 дэмэджа все-таки. Если он еще и под Соваром будет, реально всех развалит. КРП можно вообще в четверых дать. Потому что... Красиво, но отсутствие БКБ сейчас казалось. Нажал бомбу БКБ, всех был вниз. По Абадон убил. Понятно, что он кривом задевал всех остальных, но все-таки крив чуть послабее будет, чем сами тычки Магнуса. Кстати, опять талант сработал. Самое забавное, он ведь реально РП в четверых нажал, то есть там ему 4. За 4 героев дали 6 атрибутов. Ну, полтинник дэмэджа на 15 секунд. Там не на 15, там пока не погиб. Да, герой 150 дэмэджа. Герой 300 дэмэджа. Не смогли добить Таура, завосхитить. Классика. Как же он раз за разом ленится скивер нажимать?
подвести поближе к противнику, форстав там уже не поможет. Кстати, по поводу второго скиллпоинта в РПшку, забываю сказать. Со вторым скиллпоинтом гораздо проще сейвиться от некоторых гангов. Очень много раз видел, как Магнус скидывал РП, делал тип-аут. Все еще, конечно, есть пост-анимация, анимация поворота. РПшка на 2 это не гарантия, особенно против героя с быстрыми анимациями. Ой, Юэ влетел в троих. На ПКБшке катастрофически не хватает. Клинка в пол нашла, как по мне. На-на-на. Он с ВКБшкой похоронил бы всю вражескую команду. Клинка, опять же, надает 40 урона на универсалах, 30 из которых белые, которые дополнительно перемножаются на 40 умножить на 1,75. Пускай будет 80, если не считать. Но и ВКБшка ведь дает чуть-чуть дэмэджа. Это 24 урона от молотка. Это 7 урона от силы. И контриты алебарду и кнопки веника. И так далее и тому подобное. Итого это сейчас Т2 тавр. Возможно, даже Т3. Чуть-чуть противники рискнут побить. Не-не, Т3 вряд ли. Гриф у них от кдшился. Ты видал характер баунти хантера? На фидо у Николя. А, ну у него хотя бы сразу БКБ фигбая после такой драки появилась. БКБшкой такого не должно больше произойти. Кстати, я вспомню ту же Легион, которую мы недавно смотрели. Там отрицание БКБшки было очень долго. Ну, вот не знаю, что это так все пренебрегать начали БКБшками у нас на реплеях. Кстати, я правильно помню, было очень много комментариев, где Легионку оскорбляли? Но да. Если что, я на всякий случай зрителям уточню, практически не бывает долгих игр, в которых никто не делает херню. Если игра долгая, значит кто-то очень сильно старался над тем, чтобы она затянулась. Либо союзники, либо оппоненты, либо он сам. Так, ну все, БКБ есть. Кстати, у противников в году 2000 преимущества. Очень у удара. Нажал тут БКБ. У него была опция блинкаута. Он, видимо, ждал какой-то поддержки. Пока Абедан на боте светится и с кем-то там на пару. С минером. Ему казалось, что смогут круто подраться, но в Warcry вот эти плюхи на развороте, они настолько неубедительно выглядели, да? А там Кираса еще, он прокликал, что что-то вообще дэмэдж не идет, и понял, что к чему. Ну, теперь уже напрягает ситуация. Еще бабочка на свене сильно зарунит игру Магнусу. У него линка, манта, БКБ, блинк, слотов под МКБшку нет. У него даже криты еще не куплены. Про МКБшку и говорить нечего. Противники прям все преимущество отбили. Борются. На тимбре там аганим купил. Ну, кстати, аганим на тимбре здесь вообще не сработает. Аганим диспелится на тимбре, напоминаю. И здесь есть Юа на Бэтрайдере и Юа на Баунтихантере. Если не будет Юа нажимать, когда Тимбер нажмет Аганим, то, ну там просто задиспелится. Причем ну, не может это как-то диспелиться. Этот барьер практически никто не может пробить. Зато Юла могут брать его раз и навсегда.
На второй скилл ванчивый единичку, вот я когда помню. Патч. Патч только вышел, я купил Аганим на Тимбере. И мне сейчас со вторым скиллом в один задиспелил, я очень негодовал, так сказать. Это вообще бред. Третий тир выбил. Кстати, смотри, как он нейтралки смотрит. Фишка очень крутая. Правда, он немного зафейлил. В общем, в рюкзаке нажимаете на нейтралку. Если нейтралка вам нравится, то в слот нейтралки перекладывайте и берите эту нейтралку, собственно. И там когда-нибудь будет. Иногда такое бывает, что в первом тире нейтралка лучше, чем во втором. Либо во втором тире нейтралка лучше, чем в третьем. И так далее. Как же они все плохо сделали. Ладно, он-то выбери хотя бы. РП КД, поэтому драться не особо хочется. Лучше уйти отсюда. Курьер с бабочкой из Вена, кстати. Ого. Это очень важный курьер. Ага, да. Еще и смотри на ценки Юла, то есть три предмета уже диспарят. Аганим Тимберу. И все, и не могут пофиксить это. Кстати, недавно видел, как Энча умудрилась убить Тинкера шардовым скиллом. Энча иногда очень страшные вещи делает. Чуть неудачная ТП-шка от Бэтрейдера в контакте со Свеном. Кажется, просто улететь шансов больше было. Теперь уже игра максимально равная. Самая забавная. Ой, противник еще и Рошановича заберут, пока Бэтрейдер в таверне. Капец. Ну так вот, нельзя никогда слабину давать. Где-то чуть-чуть расслабились, все. Теперь надо заново стараться. Ну и будет батерфляйчик. И как же они зеркально играют? Оба с мобами, оба разобрали на бабочку. Оба вряд ли будут МГБшку покупать, потому что это не работает на героя. Интересно, будет ли пытаться играть с Бладторном кто-то из них? Потому что бабочка чуть больше трети твоего ДПСа отнимает. Ну, и твоего вражеского. Вы поняли. Кстати, ДД. Подарок судьбы. Я, может, подерусь сейчас. Сапиков бы или в Тимбер РПшку нажать. А, Тимбер Сейгис, ну тогда в Свен РПшку нажать. Свен, который быкует сейчас на боте. А там и Эгис, правда. А Эгис. Но у него товар там. А, все равно? Да, что я говорю. Я вижу. А, ну, кстати, под БКБшка и Тимбру не задиспалят. Аганим на скилл. Есть РП, под ДДшкой пошел работать. Бабочка все еще в курьере погибшая. Подкрутка. Нормас. Просто Магнус с критами устроенными, по сути, приперся. Может ли он остальных убить без БКБ? Наверное, зря ворвался. Даже Игис не выбил, но ладно. Скилл минера. Он еще не сразу понял, что произошло, там жердовый течет. А если с плэшем задеть течет, там все равно эта тема активируется? Нет, как я понял, на Тимбер течет повесил. А, ну че, на союзников может вешать с шардом, да? У него шард как раз. Блин, ну зря он пошел, БКБ в КД. А Егис выбили. Ладно, там хотя бы пуш потенциал не прям. Нет, там нормальный пуш потенциал. С пассивкой обороны. Сторону не потеряют, судя по всему.
Абадон с таким, казалось бы, нетворцем скромным, все равно имеет свои 3,5 сотни дэмэджа, скорость атаки сумасшедшая, контроль. Абадон тоже универсальный, когда напоминаю. Вот видели сейчас Сэмку задиспелила Аганим Тимберу? Последние лички нажал. По-моему, пришло время покупать какие-то криты. Но придется отказываться от ПТшки. Ты что думаешь? Да, согласен. Ну и зеленый блинк можно, кстати, закрыть, как вариант. Зеленый блинк очень крутая тема на Магнуса, дает статы. Слот не занимает. Это китайский сервак, да? А, вроде да, Сайвар. Это играет на Магнусе, вроде это китайский игрок. По моей памяти, я еще гляну. Залетела пауза, и все просто молча ждали, пока команда DR поставившая паузу ее и снимет. В Китае регулярно именно так. Это выглядит. Это же Southeast Asia, это... Это наша любимая Юго-Восточная Азия. Все Азия, да? А как другая Азия? Не знаю, я знаю только Китай и Юго-Восточную Азию. Ну еще японский сервер знаю. Не, Юго-Восточная Азия, просто все А. Ну? А тут все. Просто все. Все Азия. Да. Все. Все. Брейнлак у меня, короче. Нормально, кстати, стена у Тимбера. Он иллюзиями просто половину Тавра сломал. Сейчас надо драку навязать, пока там Тимбера нет. Но вряд ли соперники подставятся. Они тоже ведь понимают, что... Без Тимбера не смогут подраться адекватно. Блин, там Бетрейдер даже прикольно гоняет за собой пацанчиков. А что случилось с юго-восточно-азиатскими играми? Почему мы вторую игру подряд смотрим Юго-Восточную Азию и не смеемся? Так, скоро блин. Как он просто это делает? Ладно, пока бы это пауэт, походу. Бабочка же спасет? Бабочка не спасла. А миссы-то где? Что? А где миссы? Ну, но... такую красоту делал на самом деле. Это вообще умом вот так вот пойти пушить. План у него был очень крутой, но дэмэджа... План безупречный. Но Свен же не миссанул ни разу, да? Ну, по-моему, да. Ну, последней тычкой. Самая обидная была последняя тычка. По ощущениям. Когда он уже почти улетел... Причем тоже вот этот Гильвина Мансера, когда уже все, блинк. Можно было нажимать, по сути. Ну, не по сути, а практически. Интересно, заставят ли выкупаться? Но Свен без ГДСа. Откидываться сейчас будут. Будут кидать треки эти бесконечные мразотные. Эх, Абадон диспелит. Не, пошли Срезателя убивать. Шарт получил. Абадон, судя по всему. Покупать на Абадоне шарты нет. Шарт не особо любит. Клипов нет. 8 секунд Магнуса. БКБшка у него откатится. Пешка тоже есть. Магнус, благо, очень хорошо может от ХГ играть, на фонтаны везить. Есть возможность РП сейчас двоих нажать, но... Что Абадон, что Тимбер, такие себе таргеты, поэтому... Тем более Абадон сам момент. Из РПшки вылазит. А как это выиграть вообще? Настолько сильно закинули, что вот визуально как будто вообще шансов уже нет. Причем Магнус собрался покупать МКБ слот ботинка.
но станет куда менее мобильным, и у него все еще не будет слота под криты. Может линку продать прямо сейчас? Она же не сработала ни разу. Четвертый тир. Пентеджет, окей. Нашел свой на 2000, да, без дэмэджа. И все, поехал обратно. А что за крип скипать? У них глиф есть. А там в меди пачка не спущена, еще этот течес. Ну а на в этот раз БКБ ТПО точно прокатит. О, течес и не пытается Магнуса преследовать. И течес преследующий Магнуса мог бы добить БКБшку. Мега крипы. О, мог бы под фонтан вести с вами. А, БКБ успел нажать, но она хотя бы бадон увез. Жигал с ним ультом. Барак стоит. Окей, мега крипов не должны сделать. Сплюс. О! Ультимейт КД у барона. Надо его зафокусить. Хорошо, увез. А бадон пытался не шевелиться. Чтоб не показывать это настоящий платусом. Так, и минус 4. Надо Рошана 2 минуты. Габен Рошана не подкрутил. Глифы противников тоже есть. Они на барак не стали глиф нажимать. Как бы Магнус не старался их развести на это. Что по выкупам? У Магнуса есть, у Бэтрайдера есть, у Баунти Хантера есть, Марси Цемка без выкупов. Если что, по вот этим золотым рамкам смотрю. Даже не все зрители знают. Эти золотые рамки на творцах. 7000 голды? Зеленый блинк, мне кажется, надо ангрейдить. Не хочется отказываться от этих предметов всех, которые у него есть. Нормально. Хотя бы две стороны сломали. Чуть попроще будет. Если бы кто-то так еще по топу шел, как было бы прекрасно. Мы же Т2 смогли бы. С таймингом Рошана не повезло. Максималка выпала. Было бы круто, если бы они сейчас Рошана забрали. Тем более это... Какой Рошан? Третий? Честно, не помню. По-моему, да. И реально, максимальные 3 минуты, такого просто не бывает. Если бы они сейчас Рошан за... Если бы они сейчас Рошана забрали, то это был бы Аганим, так как за Радиант Аганим дропается. Халявно. Не повезло. Взял все, кстати, все-таки зеленый дрим. Так. А куда это оппоненты без Свена пошли, интересно? Офигели вообще. Тим придумал, что Дайр уже шпитя. И что в это время он как начнет перетяжку, а потом ТПшнится с тревелами. Ну и, кстати, какой-то минимальный размен команда Radiant сделала. По Виномансеру, у нее что-то на подсейф. Только форстав. Блинковаться против Веника тяжело. Он из дропа там сопредит. Просто дегераут. Мне ульта КД нельзя отпускать. Найс. Без байбека, кстати. Супер важно убийство. Шел работать по Свену. МКБшки, правда, нет. Че, почему миссы у Свена работают, а у Магнуса нет? Ты видал, сколько там миссов? Оу. Так там денег не хватает на ВБК у Абадона и у Свена. Он на Свене купил себе блицнаклс, рецепт на МКБ. Вместо байбека. Нормально, в NFT вложился. На спаде акций. Походу так игру и проиграют.
Причем так уверены в себе, Дайер? Не стали тратить 20 секунд на убийство Рошана? Пришли в трон. Возможно, они рассчитывают, что... Если у противников нет выкупов, то они сломают. Если есть выкуп, это выбит выкуп, и отойдут принимать такую же драку в Рашвите. Как уже провели. Ну и если папа меньше верит в выкуп Тиммера. Мемная игра. Причем и Свен, и Магнус без питов. Когда мы в последний раз такое видели? Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, то обязательно ставьте лайки и мир вам.